Всем ураган, с вами привет, и вы, мне кажется, очень ждали, когда я выпущу вторую часть Gartic EO. Кто не смотрел первую часть, добро пожаловать вот сюда. Ну а перед началом ролика не забывайте залетать в описание, там есть ссылка на ребята на телеграм-канал. Ну а я не буду задерживаться, погнали. Готовы. Можно и порадоваться. Ну-ка. А нет. Это что? Вы сразу животное. А! Категория животное. Фух! Стоп, я же первый. Да. Ты хорош. Это же конфета какая-то получается. Да. Ну, знаю. Я не понимаю. А он не знает это слово, да. А, подождите, ребята, а где Перри? Да знает, знает. Перри, Перри. А где Перри? Не знаю. Шляпу нарисуем. Да, шляпу еще нарисуем. Че за вздох знает. О, гениальный рисунок. Так, бегемот сразу пишем. Бегемот. Нет, ко... Ой. Mm-hmm. Да ладно! Чё, я же это... Бля, вы охуели. Что? Я угадал просто на... Блин. Боже, знать, что это такое? Ася, а ты благодаря мне отгадал? Нет, а, му, блядь. Боже мой. Блядь. Знать, но она не так рисуется. Черепаха мычит. А-а-а! Что? Знать, я в шоке, честно. Это по рисованию в школе сколько было? Не было, у меня ничего, я не ходил. Черепаха. Ну, понятно. Короче, дамы и господа. Дамы и господа. Косплей. Ну-ка. Ебать, я выезжаю. Косплей. Нормально. Чего? Нормально. Автобык, барон. Знат, категория косплей. Ой, голландский. Категория косплей. Я тоже не знаю, что это такое. Что это? Это косплей. Боже мой. Пёс сыновый, понял. Я так что не шутить. Да ну бля. Серьёзно? Всегда там мигалка чисто. Так. Я думала, у вас будет локальный. Какой нахрен бегемот? Вы чё все бегемотов рисуете, как чисто? Давай вот это вот, короче, показывай. Знатно персонал, я косплей сделал. Я тебе отвечать не могу. Так, сейчас вот так. Что такое злой он? Давно. Может, неправильно написал? О, нет. Блин. Да твой рот! Я уж думал, я неправильно написал слово. Ну, Знат не угадает это 100%. Алло, блядь! Я понимаю, кто это, но я не помню название. Давай, Джонни, косплей. Блять, я по-другому, я неправильно писал все это время, неправильно нахуй писал. Я самый первый бы угадал, блядь, нахуй. Да что ты писал, как ты писал? Знат. Через И. С двумя М, с двумя Л, блядь. Хамелеон. О, забыл, как он называется. Хамелеон. Хамелеон. Он просто опять на английском. Хамелеон, блядь. Херится. Бля. Тихо, тихо, тихо. Чё? Как он называется? Там два слова, там два слова. Понял. Да, 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 да. Как же? Не понял. Всё, что за слово? Открой, пожалуйста, совет, дай. Совет нажми. Чего? Вот так? Блядь? Чё? Не знаю, блядь, что? Горбаран. Зимний, снежный, блядь. Ну ты можешь подсказку нажать, нет? Да. Ну нажми. Нажми. А, нет, не работает подсказка. Да кто это? Что это такое? Не работает кнопка подсказки. Это же оленя. Два слова. Все правильно знают. Ну, скажи. С. Первый буква С. Отлично, она не работает. Я самый первый написал олень, блядь. Я сам олень, нахуй, ёбан. Северный, я писал снежный, блядь. Я тоже снежный. Так не бывает снежных оленей. Ну а вдруг тут появился он? Да. Он просто на снег еще так стрелочку сделал, поэтому у меня в голове был снежный мясо. Блин. Я уже три раза думал, что это змея, и наконец-то змея попалась. Иди, сейчас будет, смотрите. Сапли. Ты гонишь, что ли? Ты гонишь, что ли? Жестко. Джонни в телепатии у нас просто. Он просто, ему же падал жираф, помните? Так, желтый свет сразу такой, так, жираф. Пиздец.
Да ну! Ну блин, как же я медленно печатаю! Похоже. Был сраный хамелеон, точно. Так, мое время рисовать. Боже мой. Все, помянем нас. Сейчас бегемота нарисуем, блядь. Или корову. А ты можешь хотя бы цвет приблизительно к животному выбирать? А, в натуре, блин. Ну, вы же все это нарисовали. Что это? Он уже сегодня был. А я не помню, какой он. А! Что это такое? Подожди, чего? Макс его зовут, Макс его зовут. Блядь. Какой нахуй Макс, блядь? Блядь, не Морш. Ёбана, брат, как его изобразить? Макс Морш, ася. Блядь, ну лицо было. В реальной жизни, если бы у этого животного такое лицо было. Ой, идите вы в жопу со своими тюленями. Он бы просил бы убить себя. Просто бешеный. Знать, это вообще не похоже. Как не похоже? Никак, блин. Нет, зато как на нас-то говорит, это просто шок. Это не перец, нет, а не так. Вообще не похоже. Бля. У тебя что тюлень, что бегемот, что крокодил, блин. Бля, я вот думал, угорь или цапля, я думал, ебать. Цаплю я нарисую, так ножку одну приподнятую, никто не угадал. Угорь, о, вообще легкотня. Угадали бы, наверное. Сейчас вот. Ну, блин, ну как вы быстро так пишете? Ручками, ручками. Чего? Ой. А? Не понял. Да ну, бля. Кто это? Злая такая. Да забей, это тюлень. 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 Жужжи, что такое жужжи? Жужжи. Жужжи. Бля. Я сразу написал. А как они называются? Мне кажется, пила написал. Я угадал. Жужж, бля. Ну. Подожди. Жужж, бля. Ураган, отгадывай. Я не... Ураган, злая такая. Я... Жужж. Жуй, а, я знаю только, что такое, не точно не оса, а шмель и вот этот вот пчела, всё. И пчёль. Хая оса. Бля, ну... Кабан? Да нет. Давай проверим. Чего это? Это дракон какой-то. Понятно, блядь. Флим, ты чё? Чё это за животное, блядь? Ещё, короче, вот так можно нарисовать. Вот так, блядь. Вот так. Как? Красным его сделай, блядь. Красным? Ой, извиняюсь. Да-да. Блядь, если красным сразу, да я сразу понял. Я подсказку дал. Я вообще её не понял. Красный. Красный, блядь. И с Отисом, нахуй, в гольф, нахуй. Во, блин, хули. Чё? Что? Кто это? Бля, рога и копыта не смотрели. Я не помню. Что это? Ну это на волка похоже, алло. Почти знат. Койот. Какой койот, боже. Я даже таких слов не знаю. Я даже не знаю, как он пишется, реально. Я забыла это слово просто. Не, ну вторая, второй выбор. Я увидел просто у кого-то койот, и уже начал просто быстро успеть написать. Ой, блин. Блин, реально жесть. Блин, я не знаю, я не помню, как они рисуются, честное слово. Снеговик. Я S не услышал, если что. Я не уверен, что я правильно рисую, правильно? А, этот, блядь, Чё, вот так, блядь? Там 4 буквы. А-а-а. Я бобёр написал. Я тоже бобёр писал, блядь. Знат? Бобёр. Скунс. Да, знат. Я тоже подумал сначала скунс, кстати, похоже на скунс было. Смешно, блядь. Ой. Ну, 40. О.
Да ну нахуй. Блин, блин, почему не мне? Блин, ну ё-моё. Фрип. С меня три буквы. Четыре буквы. Блин. Нет, так это Оси был. Кабан. Блин. Вот ему, сейчас жопа будет. Так, бегемот опять. Ой, блядь. А! Что? Нихуя хвост, блядь. Ты уверен? Ты уверен, что так рисуется? Хотя да, тебе лучше знать. Да ну нахуй ты. Ты перепутал знак. Да, ты перепутал, но... Ой, ну ладно. Ой. Гребень на жопе, яйца несет. Что это? Он их каждый день видит. А, блядь, знак! Знат, а ты в курсе, что не так это выглядит? Еще коричневый. Боже. Знат, 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 у тебя не красный хвост. Боже, Знат, ты вообще в сосне? Жесть. Бля, ну я не вижу, я вслепую это делаю. У него там 20 крыльев было, Джонни. Ой, блядь. А. Ага. Блядь. Чего? Я вслепую реально рисую, нормально, блядь. Нормально, нормально, прикольно не, получается. Не, нормально, нормально. Ты просто смешно. Идеально, Джонни, это идеально. Я вслепую рисую. А? На муравье это был похож, тупой муравье. Я хотел бишбармак туда. Так, значит... Блин, художники из нас, конечно, сейчас, подождите. Блин, я отвлекся, вы уже начали играть. Ну, так можно делать? Эй, вы чё? Пыку. Ася, блядь. Баскетбол! Корзина! Корзина. Знат, у нас категория животные! Где это написано? Баскетбол, говорит. Сейчас там сломбам хверен. Блядь. Я так чего? А, бык. Наверное. О, да ладно, лучший. Баскетбол. Баскетбол, да, это сильно было. Маски его ногой. А, так а быстро. Можно было предупредить, мне страшно вообще-то. Лон. Уф. Фига, сэгвот, ну, Знат в конце. Знат, ты, конечно... Кадр. О. О, нормально. Вот это... Нормально. Вот это я вспомнил, да ё-моё, Наруто какого-то рисовали. О, и. А чё у меня не тыкается, Ася? Тык-тык. Ой-ой-ой. Ладно, нормально. Ой, не так вот. О, фига я спидранер чисто. Ася мог бы своего аватарку нарисовать. Да ну блин. Я рисовала. Ну кто называет крысу мышь? Ой, мышь, кто ты забил? Понятно. Или мастера сплинтера. Это мышь была, не крыса. Я, кстати, думала сразу нарисовать, но думаю, вообще запутаюсь. О, блин. Ну не пишет, ну не пишет, сволочь! Мама? Чат надо каждый раз активировать, блин. Да. Эй, Джонни, в смысле хули сюда смотрю? Готовы, да? Да. Блядь, к сожалению. Да, не успел написать. Да опять не пишет, ё-моё. Бля, он ебанутый, ё-моё. Что это такое? Вы охуеете, вы охуеете. Ты знаешь, ты будешь хотя бы цвета приблизительно подбирать? Что это? Я понял. Да давайте его кикнем, пожалуйста. Охуенно подобрал цвет. Что там? Вы охуеете. Ну кто? Вы реально охуеете. И нахуй я сюда пришел? Ты чебурашка, блядь? Ты реально говоришь, чебурашка. Ну чё это за говно? Тебе охуеть. Чего? Ну что это такое? Что за пиздец? Что это такое? Знать, ты дебил! Как я его изображу, я чё знаю, как он выглядит. Кто? Он терминатор, блядь, какой-то.
Ну я как он рисуется. Сейчас будет границ. Слава богу, он вышел. А че я меня покинул соединение? Ну слава богу. Что тебе и надо? Что это такое? Мне сейчас интересно, что это. Ну верни меня назад. О, близко? Ну нет, две! Я написал горилла с одной L, блин. Горилла! Над, я твой рот топтал, я тебе клянусь. Чекайте, а что за красные пуговицы были? Бля, я слепую рисую, если что. Подожди. Блять. А как ну, короче, вот да. Я слепую рисую. А чего? Знаю, Джонни вслепую лучше, чем ты рисуешь. А, натуре. А чё я дебют такой? Это слишком просто, ураган. А! Нет. Упрости, упрости намного. Упрости. А. Боже. Упростил. Упростил акулу. Я вслепую рисую, пиздец. Не, ну рыба понятно, понятно было. Ты хотя бы цвет подбираешь нормально. Да, не то что знать. А как гориллу изобразить по-другому? Он серый, накачанный. Не с красными пуговицами. Да. Я не помню, как он выглядит. Ой, ну началось. S-K-A-M. Чё, блять? Да-да. Мэн. Матадор. Матадор, блядь. Боже мой. Боже, знат. Вот это знат, блядь. Блин, пока рофлить не начали, я бы не понял. Пока рофлить не начали, я бы не понял. Мамонт, вы ёбу дали, мамонтов не существует. Ой, ладно. Пусть они не существуют. Хорошо. Мамонт. Мамонт. Так, давай. Поэтому не рисуем. Ой, вот тут сейчас, подождите, ластик. Чё? Ну это, блин. А где у него рот, где жопа? Блин, он надо... Я понял. Забейте, блядь. Чё, не так нарисовал? Нет. Саламандра какая-то, блядь. А, блядь. Ну, в смысле? В смысле? А чё? А как, подожди, а как выглядит она? Ты по-другому. Очень по-другому. Подсказку. Да? Да. Дай подсказку. У меня не работают кнопки. У него, короче, вот такие так. Шипы, блядь, еще на спине есть. Понял, блядь, это пиздец. Ига. Ну ладно, да? Это еще более-менее. Офигеть. Это еще более-менее. Саламандра, да, это я типа огонь добавил. Не, ну знато везде. Ну да, там ничего не совпадает. Ни цвет. Вообще пиздец. А, блять, короче. Давай. Зеленый. Опа. Сюда. Чё? Чё? Вот такой я знаю, блядь, я с ними рыбачу. Блин, я думал, это овечка какая-то. У нас один в дискорде сидит. Баран 51. Друзья, что ли? Да, я ж баран 51. Ты бураган, блядь. Ну там. Чайка, блядь. О, нормально. Я павлины написал! Павлины, павлины, блядь! Итальянец? Потом павлин. Павлины, блядь! Павлино. Эль павлине. Кто рисует, кто рисует? А, Фрип. Фрип качественно не рисует. Ага, медведь. Медведь. Как её зовут? Я понял.
Как она называется? Лама? Да. Нихуя. Серьезно. Ну, альпака. Чё они, блядь, медведь? Я медведь. Лама. Надо было просто по-фортнайтерски рисовать. Меня выкинуло. Да, блин, я мог спокойно занять. А, знат это. Да ничего, отдыхай, ураган. Знат рисует, нормально. О, это этот. Бегемот. Бегемот, да, да, да. Я не знаю, как его рисовать, но он злой такой. Ася, как ты взял? Просто, блин. Ася, как ты это, как ты знаешь? Знат, иди на Асю, да? Блядь. Пиздец. А чё он лысый? По цвету ориентируйтесь. По цвету? По цвету ориентируйтесь. Почему он лысый, блин? Разим. Там три буквы, знаете, есть, когда это, типа... Да. А? Да. Одинокий. Ты иди в жопу! Какой ты нахрен волк? Ураган, три буквы, да? Ну, ауф. А, я думала, ты в слове говоришь. Какой нахрен волк? Хоть бы морду рисовал похожую. Бля, знаю. Я не успел, я ничего не успел на это все угадать. Кто он без меня? Вон, ни хрена себе. Давай, что-то нарисуется. Блять! А, тут, короче... А, еще, да, конечности животных. Конечности животных, там, типа, может быть, рога, да. Рога могут быть, копыта. Да, 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 я тоже забыл про эту тему. А что меня выкинуло? Блин! Может, там Ася в крысу кикает, сидит, блядь, всех. В натуре. Не-не-не, я ничего не делал. Сидит, кикает в натуре, чтобы топ взять. Как мне написать щупальца? Через ще? Щупальца? Я щупальца пишу, сука, имя какого хрена. Кракен, мать вашу. Боже мой. Ага, короче. Ага. Пуф, угадалось. Да, одновременно, нахуй. Хорош. Не этот. Блин, хорошо, кстати, нарисовал, капец, хорошо. А, так, да. Ебать, с кулаками, как сыграть. Пока нос ему розовую хуй не подрисовать. Это ниндзя, ниндзя. Это енот-ниндзя. Бать, второе место нереально. Тоже надеюсь, вам понравился этот ролик. Если это так, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. С вами был пока Ураган.